Здравствуйте. Вот это Сертолово. Город был только для военных. Как мы стали сюда селить людей, кто работал у военных. А сейчас не знаю, что здесь. Вот я хочу вам показать квартиру. Вот такая вот квартира на первом этаже. Все окна перебиты. Вот такая вот квартира. А у них как бы стоит замок, закрывается. И кто там живет, непонятно. Вот такое вот закрывание. От чего, когда вместе живут с таким человеком. Все. Нет окон никаких. Вообще денег у него не хватает, что он их перебил. Вот такая вот. Такой вот он показал. Вот такие сейчас люди живут, закрываются под эти замки, которые от как будто бы от внешнего мира, а внешний мир живет вместе с ними рядом. Вот такой вот, такая вот квартира. Так что вот такой вам интересный случай рассказала. Так что живем вместе со всеми. Здесь вот белорусские товары, тут он так красиво нарисовал. Вот такие красивые белорусские товары. Сейчас можно посмотреть, как он красиво нарисовал это панно. Вот так вот. Красотища необыкновенная. Кто-то художник какой-то рисовал. Вот такую вот красоту нарисовал. Там, конечно, бы еще уголок посмотреть. Вот тут такие сосны замечательные. Так что Сертолово был город чисто для военных. Потом стали рабочих, а потом сейчас неизвестно, кто тут живет. В общем, все перемешали. Сертолово. Так что не очень приятно стало в этом Сертолово. Вот такой вот у него такая вот квартира. Сейчас переломана. Вот такая квартирка. Всего хорошего. До свидания. Жду вас на моем канале. Пока-пока. Пока-пока. Bye-bye. All the best.